Каждую третью субботу сентября бежит вся страна. Кросс-нации объединяет любителей бега. Наши районные спортсмены участвуют в этом празднике спорта с 2014 года, как только Новосибирская область присоединилась к всероссийской акции. Последние несколько лет выезжать в Новосибирск не нужно. Кросс проводят на своей территории. На базе 1-й Леневской гимназии уже проводили лыжню России. Теперь эта площадка станет постоянной и для кросса нации. Организаторы обещают ее доработать, чтобы стало комфортней. Здесь рядом школа, здесь есть возможность организовать в непогоду укрыться людям. Здесь есть столовая для того, чтобы мы могли после мероприятия почаемничать, будем говорить так. Поэтому я думаю, что место выбрано не зря. И будет оно стабильно здесь. На кроссе много новичков, а также тех, кто готов улучшить свой прошлый результат. Трэм прибежал. Так, а нынче зачем пришел? Чтобы прибежать к небу. Никита Токарев сегодня, как и пара десятков других участников, получает свою заслуженную награду – золотой знак ГТО. Хорошая мотивация для новых побед. Организаторы сегодня ждали примерно 300 участников, а заявилось на треть больше. После пандемийных ограничений особенно много школьников и детсадовцев. Дистанция 200 метров для самых маленьких. Волнуются не столько спортсмены, сколько их родители. Приобщать малыша к миру спорта лучше здесь. Так решили многие семьи. Мы решили, что нужно поддержать кросс-нации, поэтому пришли. Вань, как у тебя настроение, скажи? Классное. Но самые сильные эмоции, когда ты победитель. Я думала, что я просто проиграю и буду самым последним, а на самом деле я буду самый первый. Чем старше возраст, тем длиннее дистанция. Принять участие в таком масштабном состязании собрались не только леневцы, но и жители отдаленных территорий. Как говорят организаторы, здесь собрался весь район. Стараемся не падать духом. Смола занимались и сейчас форму поддерживаем. Все у нас в шоколаде, все получится, я надеюсь. Дистанцию прошли прекрасно. Более 400 человек сегодня стали участниками кросса. Завершилось мероприятие награждением лучших и общим чаепитием.